Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Тимиржана Калимуллина, соревнования еще молодые. В этом году они проходили в третий раз и собрали более 130 спортсменов из 8 регионов страны. На церемонии открытия участников приветствовал министр спорта Омской области. Видеопоздравления прислал и партнер Тимиржана Митхатовича по сборной СССР и России Александр Карелин. Проведение всероссийских соревнований в Омске было мечтой Калимуллина, которую при поддержке регионального Минспорта удалось осуществить родным и друзьям прославленного борца. Сами дочери и даже маленькая внучка теперь принимают непосредственное участие в организации и проведении церемонии открытия турнира. Папа всегда хотел турнир. Он к этому постепенно шел, там договаривался, изучал вопрос. Мы поняли, ну, если он это хотел, и его нет, значит, просто нужно это взять и сделать. Хорошие друзья моего отца, они его помнят, и они хотят, чтобы спорт омский развивался. Они вот в это вкладывают, да, в то, чтобы спорт развивался, чтобы память жила. Соревнования проводились в 12 весовых категориях. Сборные Томской, Свердловской, Новосибирской, Курганской, Тюменской области, а также Алтайского края и Чукотского автономного округа привезли на турнир своих сильнейших спортсменов. В омскую команду вошли представители различных городских и районных школ. В 11 районах у нас борьба культивируется, причем начиная с детского возраста. Естественно, попасть на этот турнир для ребят является большой школой. Большой задачей, которую они выполняют каждый там на своем уровне, в своем возрасте. Поэтому я считаю, что этот турнир, он вот такая большая, серьезная ступенька для хорошего старта для юных спортсменов. Все осенние турниры, они являются такими турнирами, скажем так, оценивающими, как прошла физическая подготовка, которой летом занимались, как вообще, с чего начинает сезон, скажем так, отправной точкой. И вот каждый турнир, я говорю, что мы очень рассчитываем на тех ребят, которые начинают сейчас здесь бороться, рассчитываем на то, как, что они покажут хороший результат на первенствах России. В трех весовых категориях хомячи показали отличную подготовку. Так, первые места в финале до 48 килограммов заняли представители нашей школы. Даян Нигматов одолел своего земляка Евгения Лумпова. Я его знаю наизусть, мы не первый раз уже встречаемся с ним в финале. Ну, я подготовился, выиграл, я знал всю его борьбу. И переиграл его. В весовой категории до 52 килограммов в финале также оказались два наших спортсмена. Алибек Амиров одержал победу над своим давним соперником Тарланом Алиевым. С ним встречаюсь почти на каждом соревновании в Омске. Очень сильный соперник. Ну, при атаке я сделал контрприем, зашел за спину и провел два наката. После атаки я активно начал работать. Его поставили в партер, я сделал накат. В финале тяжеловесов до 92 килограммов золото завоевал амич Владислав Бондаренко. Серебро также у нашего борца Амангельды Сибанова. Всего на всероссийском турнире памяти Тимиржана Калимуллина Омская область выиграла 6 золотых наград. У сборных Новосибирской, Курганской и Свердловской областей по 2 медали высшего достоинства.